С точки зрения кулинарии хе с мясом по-корейски это скорее салат, и сами корейцы относятся к этому блюду как к разновидности закуски или салата. Хе готовят с мясом, рыбой. Представляет собой острое блюдо с ярким чесночным привкусом с добавлением мяса или рыбы. Чаще хе готовят с селедкой, но есть и мясные варианты. Мясо может использоваться сырым или отварным. Мне ближе отварной вариант. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Для приготовления хе с мясом по-корейски натрите очищенную морковь на терке для корейской морковки. Если нет такой терки, можно морковь нарезать тонко ножом. 2. Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами. 3. В миске смешайте морковь и лук, слегка помните руками. 4. Отварное мясо нарезать соломкой. Существуют варианты хе, когда используется говядина, курятина, индюшатина. По большому счету вид мяса не так уж и важен. Есть варианты приготовления хе, когда мясо используется сырым, замораживается, после готовится строганина, а уже ее маринуют. Для меня это рискованный вид блюда, я предпочитаю использовать отварное мясо. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Соедините морковь, лук, нарезанное мясо, смешайте растительное масло со специями, выдавите к маслу чеснок через пресс, добавьте соль и сахар, уксус, полученной смесью залейте нарезанные продукты, затяните миску пленкой и поставьте на сутки в холодильник мариноваться. 6. Спустя время подайте хе с мясом к столу, блюдо яркое, ароматное, достаточно острое, послужит отличным дополнением к обеду и возбудит аппетит не только вкусом и ароматом, но и видом. 7. Подайте хе с мясом по-корейски к столу, украсив зеленью. Как вариант, в готовое хе можно щедро добавить измельченную зелень петрушки, это на любителя. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Необходимые ингредиенты. Говядина отварная, 500 грамм, морковь, 500 грамм, лук репчатый, 2 штуки, винный уксус, 2 столовые ложки, соль, 2 чайных ложки, перец черный, 1 щепотка, перец красный, 1 щепотка, сахар, 1 столовая ложка, растительное масло, 3 столовые ложки, чеснок, 3 зубчика, количество порций, 6. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Приятного аппетита, приходите еще.